Наряду с главным школьным праздником в летний сезон есть масса поводов нарядиться. Но так уж сложилось, что именно к выпускному балу школьницы готовятся задолго до торжественной даты. Как показывает практика, платья, сшитые на заказ, лидируют в предпочтениях выпускниц. И неудивительно, шансы оказаться в одинаковых нарядах сводятся к нулю. За процессом выбора выпускного платья наблюдает программа Beauty Time. У нас в гостях Вероника. Это девушка романтического образа. Поэтому будем подбирать легкие ткани воздушные. Это шифон и атлас нежных оттенков. Итак, первый комплект. В основе легкая органза стального цвета, расшитая пайетками. Эта ткань легко драпируется и создает эффектный объем. Для подклада рекомендована легкая ткань нежно-розового цвета. С такой красивой ткани лучше всего будет смотреться короткая модель. Вот. И, возможно, пышный рукав. Но мы здесь вот рекомендуем, может быть, один рукав, поскольку это выпускной, это праздник, и можно себе позволить какой-то экстравагантный вариант. О возможностях шифона в создании легкого и воздушного наряда говорить не приходится. В нашем случае выбор пал на шифон с принтом бабочки. Этот шифон можно представить в длинном платье, воздушном. Очень красиво будет смотреться пышная юбка. В качестве подклада мы используем тофту. Тофта, она красиво очень переливается, она ложится по фигуре и образует пышную форму, которую мы покрываем шифоном. В поддержку этих красивых бабочек мы еще дополняем красивым цветком из кожи, лакированной, который именно привлекает внимание к лицу. Шелковое платье – бесспорный фаворит всех времен и сезонов, особенно в вечернем моде. Эффектно сочетаются ткани-компаньоны – шелк и шифон с одинаковым принтом. Оригинальная абстракция на молочном фоне. Здесь все нежные тона, и розовый, и красный, и голубой. Очень красиво будет смотреться в длинном платье. А из шифона можно дополнение какое-то сделать. Это может быть шарф, может быть, допустим, рукава пышные, какие-то клинья в юбке. Вот. В данном варианте мы представляем лаконичное платье и шифоновый шарф. Вот еще один вариант. Роскошно смотрятся цветы на купоне темно-синего цвета. Они разбросаны по одному подолу, поэтому мы рекомендуем платье полурасклешенное с драпировкой. Может быть, какой-то фантазийный валан где-то появится. Роскошный цвет, синий, переходящий из глубокого в такой достаточно яркий электрик. Он всегда был вечерним, и в данном варианте он тоже очень нам подходит. В общем, для современной выпускницы просто взрослое, вечернее и даже дорогое платье еще не значит удачный вариант. Сегодня в моде индивидуальность, и уже в таком возрасте девушки понимают это и ценят.